По меньшей мере 40 человек, среди которых дети, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Германии. Инцидент произошел в Баварии. Недалеко от коммуны Амерндорф столкнулись два школьных автобуса и один автомобиль. 5 пассажиров получили тяжелые травмы. В спасательной операции были задействованы вертолеты, которые доставили пострадавших в больницы. Причины аварии выясняются, начато расследование.